800 вакансий предложили алматинцам на весенней ярмарке. Требуются работники в сфере строительства, здравоохранения, торговли, телекоммуникации, туризма, а также сотрудники госструктур. Приглашают торговых агентов, менеджеров по рекламе, водителей экспедиторов, учителей, сварщиков и многих других. Двери ярмарки открыты для всех, но особое внимание уделяется студентам старших курсов и выпускникам вузов. Очень удобно. Получается, здесь есть возможность все вместе. Можно выбирать самому, оставлять свои данные. И получается, вероятность больше, то, что найдешь работу именно здесь.